если меня не метр видит, мы с ним не просто снимали фильм. Он умнейший мужик, драматичный. И знаю, что такое осмотическое давление, знаю еще несколько терминов, которых я не знаю. Вот. Значит, и стал на тот же вопрос. Он, видимо, он где-то на конференции был, он что-то про Zoom говорил. Видимо, там этот вопрос рассматривался. И предлагались версии, почему вода может подняться до 100 метров. Ну, самые высокие деревья 100 метров. А это 10 атмосфер. 10 атмосфер, это значит, что если на вас будет 10 атмосфер, от вас будет одно мокрое место. Просто мокрое место. А вода должна падать сверху вниз, а она снизу вверх поднимается. Вот. Ну, я причину называю свою, такую, самую простую, потому что не дай бог мне начать эти самые формулы, а оно почему-то все равно на 100 метров поднимается. Вот пример мой простой, ответ для немытого. Я сказал, Сервис, давай еще мою. Он же дальше будет где-то преподавать, учить. Вот, давай мою версию. Значит, здесь вода без всякого усилия выливается, бочка полная, через минуту она будет пустая. Попробуйте вычерпать. Замучитесь. Она сама вытекает. Здесь разница, перепад давления, и все, больше ничего не надо. И замкнутая система вакуумная, все. А теперь представим себе вот такое дерево. И я обещал, у меня есть этот же самый рисунок, да? Это настоящий рисунок, это настоящее дерево. Не те дебильные, где это берут крону вот так вот, нарисовали, а потом вот так вот, а вот это корни. Примерно такой же, такая же схема, а это корни. А вот настоящее дерево. Вот. И я объясняю специально для немытого, потому что у него свой круг общения, он не зря в этом фильме поднял этот вопрос. Вот. А я решил, почему я не могу свою версию выложить. Потом он еще, я еще говорю, Алексей Иванович, да это не будет интересно людям, давайте еще... Нет, говорит, будет. Ну, посмотрим. Пошли отклики, он рассказывает. Смотрите, еще раз. Делаю поменьше, вот он весь пошел. Итак, смотрите. Есть корни самые низкорасположенные. Наверное, это сюда вытекает вода. То есть начинает с самых верхушек. Это обратное течение, то есть сверху вниз. А как туда попадает? А, наверное, вот эти корни, которые чуть короче, по ним поднимается вода. Превращается в сок. Ну, тут сами понимаете. Сложный процесс. Потом проходит, потом идут процессы фотосинтеза, все. И сюда, и еще раз. Ну нет, вот не нашел, я вам показывал жирная линия, я вот так вот провел, помните? Жир, вот я показываю пальцем, жирная линия вот так вот. И получается, сюда обтекает, сюда вытекает, втекает, вытекает. Вот, то же самое. Если брать вот так, то однажды когда-то деревья были малюсенькие вот такими, и этот процесс начался, там не было проблем. Потом шла революция, деревья достигли 100 метров, 100 метров. А процесс уже отлажен настолько, что оно же начинает вот с такого, с зародыша. Поэтому проблем-то в зародыше нет, а потом оно растет понемножку и растет. А вот эта схема, она сохраняется. И если я прав, а якобы 40 теорий существует, всегда интересовал, как можно на высоту 10, у меня был насос, мощный насос, всего 2 атмосферы, на 20 метров поднимал. Представляю, я вырубаю насос, вот такая струя, мощная струя, я поливаю полсада. Стоит мне вертикально направить, а там 2,2 на 22 метра. Все, выше никак. А тут 100, это какое насосище, это какая силища. А на самом деле все гораздо проще. Уж извините, если Латинков назвал наш кружок интеллектуально, но потерпите, кому это не интересно. Вот и все. Вот то же самое, только умножаем, сколько тут, метр, умножаем на 100. То же самое, как видите. А самое интересное, почему я это говорю, не потому что я сумнее всех. Нет, ребята, стоит только вот здесь отрезать, помните это желание уничтожить деревья? Нет. А как было? Деревья надо сделать нарядным. Слово «нарядное» – научное слово. Это заставить дурака молиться, он уже применяет термин «нарядное». Ну, то есть, подразумевает стрижку. А стоит отстричь-то, как она будет работать-то? Нет, потом, если даже половину отрезать, нижний горизонт, то все равно вот эта схема сохранится.
У дерева есть способность самовыживания. Так ведь? Но все-таки в идеале что? Крона должна быть неприкосновенна, только это обеспечивает. А то отрежьте каждую третью половину, и дерево будет долговечным и здоровым. Но это люди, которые просто пытаются на этом заработать. А мы-то должны понимать, вот она. Вот и все. Имеют право, и не на истину, нет. На гипотезу имеют. Мне курить сколько можно, правильно? Константинович, ты не пишешь эту теорию, ты напиши гипотезу, а то тебя на тобой смеяться будут. Ну, пусть попробуют посмеяться. Здесь всасывается, здесь вытекает, здесь всасывается, здесь вытекает. Вот как тут. Ой, простите меня. Так, я всегда говорю, старый муж терпеть не это, беззащитен перед сквозняком. Вот. Ну, а устройство корней мы проходили. Ну, какая схема, да? Какая схема? Приглядитесь к каждому волоску, каждому этому. Боже мой, ну неужели трудно вот это показать все в учебниках, а не эти дебильные? Которые корни неправильно оказываются, и крона неправильная. Так.